короче. У нас вторая попытка прохождения прошлогоднего маршрута. На четвертом дне у Макса заболели ноги, и мы прервали поход прошлый. Сейчас продолжаем. Еще 6-7 дней будет. Приехали на парковку, на кемпинг вот такой, в окружении вот таких красивых гор. Кемпинг полупустой, никого нет. Но у нас все то же самое, что в прошлом году. Мы даже, можно сказать, рюкзаки не разбирали. Так что буду держать в курсе. Приготовили покушать. Купили еду, она уже готовая. То есть ее только погреть надо. Даже воду не надо разводить, но тяжелая. И из-за того, что тяжелая, ее надо сразу кушать. Ну и еще в меню у нас вот такая вещь. А там наверху пришли тучи большие. Гремит гром. Если что, будем в палатке. Распогодилось. Только что гром гремел, распогодилось. Жарим вторую еду. Так, нам завтра куда-то туда налево. В принципе, немного идти. Если вот мы здесь. Написано, что легкий маршрут 4 часа идется. Ну, посмотрим, как пойдет. Будем отдыхать, идти. Завтра хорошая погода. Короче, собрались, вышли на дорогу. Поздно вышли. 9:25. Пришлось машину перепарковать и так далее. Но погода шепчет, конечно. Ночью было тепло, было жарко даже было. Ну и куда-то вот туда дорога идет. Прошли уже, ну там 20 минут. Вот выходим на такую панораму. Дачки французов появились. Нам вот туда. Смотри. Красавец, конечно. Очень красиво. Очень красивые горы. Очень. Давно знал, что французские Альпы очень красивые. Ну идем. Медленно, медленно. В принципе, нормально, не напрягает. Идем себе, идем. Сегодня короткий день. Как я говорил вчера вечером. 4 часа. Всего 4 часа. Может, пойдем дальше, посмотрим. Хамон. Какие толстые. Что они там ищут? Трюфеля, что ли? А? Куда ищут? Не, ну а что он ищет?
Какая-то из этих гор, наверное, это или там дальше, называется Petit Mont Blanc. То есть она как бы Mont Blanc, но Petit. Якобы названа из-за того, что она белого цвета, там мел, меловые отложения. Ну, мы не знаем, какая это гора, пока еще не обнаружили. Но вот мел, похоже, там, потому что там нет мела. Здесь есть. Время 11. Мы немножко оголились, жарко. Прошли 4,2 километра. Вот эта гора меловая. Petit Mont Blanc. Мречка. Сейчас будем где-нибудь привал делать. Небольшой. Так, куда же нам идти? Хижина. И нам туда. Дальше прямо. Ну, где-то 35 минут пройдем. Посмотрим, что там. Так. Как изменился ледник? Это 12-й год. Уже 10 лет прошло. То есть вот какой он был. Да. Был. Стал. Еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. Кошмар какой. А где он вообще-то, ледник-то? Ледник вон там. То есть он вообще растаял, его больше нет, что ли? Туда, короче, сели, покушали немножко, завтрака не было. Так, теперь вообще никуда не хочется идти, но где-то 2 часа идти. Мы продолжаем свой путь, видим кусочек ледника, шапка. А вот весь ледник. Он сильно растаял. Там мало чего осталось. А? Внизу река. Ущелье прорубило. Ну, в общем, нам туда идти. Еще долго довольно-таки. Виды, конечно, виды зачетные. А, ледник торчит. Какая дорога к нему идет. Как наверх, непонятно. Наверное, к леднику тому. Мы почему-то обходим. Вообще непонятно почему. Хижина. И ледничок. Два 30 до нашей. Дальше 2.30. Вон еще один ледник. Прошли мы наш тот же рефуджий. И идем дальше в наш. Нашего 2.30 идти долго. Это считался первый день. Легенький. Коровки. Много молока нагуляли. Можем
погладить, наверное. А? Устала. Да. Лежишь. Стали, валяются. И ледник. Прощаемся с этим ледником. И вон новый появляется. Так. Пришла охотничья собака. И на нас смотрела так недобро. Пусть уходит. Чтобы на нас не напала. Но они нападают, когда есть овцы. Она писает, ходит, отмечается. Но сейчас овец нет. Все равно как-то смотрит, так на тревожно. Да? Давай вместе иди. Нет, это. Прикрывай тыл мой, блядь. А? Что? Просто надо пройти, блядь. Она ушла. Слава богу. Это, блядь, внезапно пришла. Так недобро смотрела. А сейчас улыбается. А до этого так смотрела, как вражеский, как будто мы хотели отнять у нее. Ушла. Все. Ледник красивый. Не боится вообще. Good. Ледник. Так вот туда. Красота. А, ледничок маленький остался. Нихуя нет. Кушает. Толстый. Так вальяжно пошел. Так. И шачим уже 5 часов ровно. Набрали 831 метр. Был альтернативный маршрут. Вот так вот. Но мы не знали. Там можно было пройти к леднику. Но это еще пару часов лишних. Вон ледник, остатки. Совсем мелкие. Вон большой ледник. Да, все тает, конечно. Ничего не осталось уже. Все тает и шатим. Что для первого дня тяжело. Непонятно почему. Не привычки, наверное. А, здесь раздолье мармотов. Все кушают они здесь. Тут грязь какой-то. Вон он сидит там. Был прямо возле дороги. Он кушает. Так. И шатим. И шачим дальше. Ну красиво вот так вот. Вроде как наверху уже там хижина. Все, не можем до нее дойти никак.
А, ну ничего, ничего. Я думаю, следующее включение уже с хижином. Так. Белеет парус одинокий. Ишачим. Это альтернативная дорога. Красота, конечно, что говорить. Вон остатки ледника. Вообще чуть-чуть осталось. Все растаяло. Кошмар. Вот это там наша хижина, а вон еще ледник висит. Так, где же там хижина-то? Все, идем, идем уже. 13 километров, 5,5 часов в пути, 962 метра. Так. Хижина где-то вон там, где антенны торчат. Вон она появилась. Наконец-то. Какой-то кошмар. Мы не могли найти. Очень долго. Красота.